Привет, с вами Кирилл, и сегодня мы поиграем в игру Need More Health. Это перевод, как надо нам больше температуры. Давайте прочитаем описание. О, нет, опять понедельник, а ты не хочешь идти в школу, да? Я знаю, что делать. Попробуй убедить своего строгого папу, что у тебя температура. Оказывается, это не так просто, как кажется. И в конечном итоге тебе придется попытаться повысить себе температуру как можно выше. Ну, по картинке я понимаю, мы сожжем свой дом. В эту игру играет 751 человек. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, а мы начинаем. Так, вот уже в игре, и сегодня я хочу поиграть в Choose Your... Выберите шкалу изменения температуры. Я хочу что за К? Градусы по Кельвину. Я не знаю, что это такое, но я хочу в это сыграть. Так, вот мы встаем по такой музыке и вспоминаем, что сейчас понедельник. И нам надо сказать быстро отцу, что я болен, потому что я не хочу в школу. Отец, мне что-то нехорошо. Я считаю, что мне нельзя распространять болезнь в школе. Могу ли я предложить вместо этого остаться дома? Давай посмотрим, что с тобой. Он измеряет мне температуру. И у меня 309,6 к. Не знаю, что это такое. Да ты же здоров, готовься в школу, я буду здесь, если понадобится. Да почему мне нужно найти другой способ, чтобы убедить его? А, я знаю, если включу свет в спальне, то температура моего тела повысится, и отец позволит мне остаться. А, в своей же комнате, да? Прекрасный финал, солнышко. Да, за кадром я поиграла в эту игру, я бы так сказала. Ну, я сделал прекрасный финал. Скажи отцу, что ты болен. Отец, я думаю, термометр показал раньше неправильную температуру. Могу ли я измерить температуру еще раз? Хорошо. И я так понимаю, он мне сказал, что у меня температура хорошая. Так что нам надо включить свет во всем доме. Отец, не обращай внимания. Так, сейчас мы включаем везде свет. Так, включаем свет, да. Сейчас надо вот тут включить свет, а еще вот тут включить свет. Ну и последнее включить просто в зале вот этот свет. И можно уже идти к отцу. Так, вот и отец. О, отец, я действительно убежден, что сегодня не здоров. Ну и дела. Он мне меряет, и у меня уже 310,8 градусов. Ты в полном порядке. Иди позавтракай и прими ванну. О, это замечательная идея, отец. Действительно чудесно. Так, нам надо позавтракать и сделать ванну. Ну, пока что она будет у нас в микроволновке жариться. Мы просто примем ванну. Вот так мы сделали. Ой, я на туалет сел. О, да. Ой, а смыть за собой надо? Или оно само смоется? Ну вот оно само смылось, так что мне не пришлось за собой убирать. О, кстати, плюс 0,5 градусов. И ложимся в ванну, плюс 2 градуса. Нормально. Теперь мы идем опять к отцу и говорим, что я болен. Отец, пожалуйста, измерь мне еще раз температуру. И у меня уже 313,3 градуса. Да нормально у тебя температура. Иди уже в школу и переоденься в свою спальню. Хорошо, отец, иду. Нам надо теперь переодеться. И тут вроде теплая одежда, да, и это плюс 0,5 градусов. Давайте опять пройдем к отцу. Отец, я искренне верю, что... Да-да, знаю, твоя температура. И у меня температура уже 13,8 градусов. Опять? Да ты не болен. О боже, что мне уже делать? Может быть, мне уже сохранить свое тело внутри дома? Так, надо сохранить тепло внутри дома. Что мы можем сделать? Ну, позакрывать окна, конечно же. Давайте еще батареи включим везде. Отец, у тебя есть батарея? Да, давай включу батарею. Холодно ж, отец, холодно. Очень холодно. Ой, блин, у меня дверь упирается, простите. Так, вот тут уже что-то есть, а тут ничего нету, потому что это ванная комната, тут тут не надо вот эти ваши батареи. Теперь мы идем в зал. Вот так раз, два. Открываем окна, закрываем окна. Ну и тут что-то надо еще сделать. Тут батареи или окна, что тут? А где нам надо открыть это батареи, что ли? А, вот мы не закрыли окно. О, тут какая-то артбук читать. Тут есть фан-арт игроков. Давайте вот так пролистаем и посмотрим вот эту.
что за странная картинка с ложкой? Это я с ложкой? Что у меня с лицом тогда? Осуждаю. Ладно, я не буду смотреть эти фан-арты. Теперь мы будем идти к отцу. Отец, я прошу еще раз измерить мне температуру. Он мне мерит, и у меня температура уже 319,8. Ты в порядке? И ты наконец-то готов пойти в школу, так что иди сейчас, иначе ты опоздаешь на автобус. Все еще мало? Так или иначе, я прогуляю школу. Включи печь и краны с горячей водой. Ой, что-то нашел какое-то зеркало. Давайте посмотрим, у меня тут просто три вопросика, я не шарю. Это какой-то уже хоррор. Я вижу своего отца в отражении, какой он злой на меня. Он кричит на меня. Это, я так понимаю, это психическая атака. И тогда нет! Я разбил стекло с ним. Что у меня с лицом? Это же тот фан-арт. Я очень медленный. Почему-то все похолодало. Артбук. Я видел эти рисунки. Они ж такие же были. Стол сломать. Доска взять. Заблокировать все выходы. Все лопаем. Чтоб отец не мог никуда сбежать. Так, я это осуждал очень сильно. Если что, мне придется реально заблурить то, что я сделаю, потому что я уже вижу по мотивам игры, то будет не очень дельце. Я так понимаю, отец ко мне очень плохо относился, у меня психическая атака, и у меня сейчас мне очень плохо, я хочу ему типа как-то отомстить. Осуждаю очень сильно, придется мне заблурить некоторые моменты. Не переживай, он какой-то он злой. Возьми вилку, убей отца. Осуждаю. Я не хочу это делать. Мне пришлось. Нет, отец! 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 Мне очень больно. Не хочу на это даже смотреть. Не, я вам это реально все заблюрю и, наверное, даже вырежу это. Потому что это худшая концовка. Я не... Телефон! Пожалуйста, полиция, помоги! Полиция, помогите мне! Мой ребенок хочет меня убить. О нет! Я вам это реально, я не буду вам это показывать, скорее всего. Отец! Я не хочу этого делать! Я не хочу этого делать! Нет, придется! Мне пришлось. Все. И уже едет полиция и меня задержит. Да, осуждаю. Реально осуждаю. Это полиция, откройте. Все-таки меня сейчас захватят. Все, уже приближается. Я уже вижу. Руки вверх, чтобы я их видел. Все, меня сейчас задержат. Осуждаю. Все. Тебе показалось это веселым? Нет, не показалось.
Заслужил ли он это? Ну как он надо мной смеялся, кричал? Ну я не знаю. Нет, никто этого не заслужит. И чувствуешь ли ты раскаяние? Да. Осуждаю. Я в психушке. Как прошел допрос? Он ответил на каждый вопрос. Все три ответа предполагают, что у него еще осталось кое-какое чувство морали. Но ты только посмотри на это уже еще смылку и безжизненные глаза. Я думаю, что внешний мир станет безопаснее, если мы оставим его здесь навсегда. Безумный финал. Ачивка. Это лучше, чем школа? Да, если вам понравилась эта концовка, то мне как-то не очень. То поставьте лайк и подпишитесь на канал. А с вами был я, Кирилл. Всем пока!